Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Сэр Коля. Это канал бывшего администратора первого сервера Amazing Holy Play Сергей Коляда. Он снимает очень полезные и прикольные видеоролики. Я случайно наткнулся на его канал. Всем советую, ссылочка будет в описании. Давайте поможем ему набрать 500 подписчиков. Я думаю, ему будет очень приятно. Подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Мне здесь Кирилл Путбулови. Итак, друзья, сегодня я расскажу, почему же я именно вступил в итальянскую мафию, почему я не в южной, в южном ОПГ, короче, в ОПГ южном, точнее, и так далее. Что вам разъясню, объясню. Давайте начнем с того, почему я не в южном, не в ОПГ в южном. Потому что лидера сняли и забанили 30 дней за слив склада. То есть он, наверное, все-таки украл деньги, как я понимаю. Он украл деньги, и его за это забанили и сняли с лидерки. Ну, в принципе, логично, да? Ну, я где-то 2 дня еще повис в ОПГ Южном. Ну и решил, блин, ну что там делать? Надо двигаться дальше. Я, на самом деле, хотел вступить в русскую мафию. Но в русской мафии там много моих хейтеров и неадекватов, поэтому я туда решил не идти. И вот я увидел, катался я, короче, по карте, увидел объявление, что вот проходит набор в итальянскую мафию. Я думаю, блядь, почему бы нет? Почему бы и нет, реально? Почему бы сюда не пойти? И вот я приехал, буквально 2 дня назад, короче, приехал, вступил сюда. За полчаса я уже поднялся 3-го ранга. Это я сдал НК, воровской закон, там вот этот... Ну, поняли, короче. И привез 1000 патронов и 700 металла. Залил это на форум, все, 3-й ранг у меня в кармане. Понимаете? Потом я еще привозил патроны, там, наркоту и так далее. Оп, 4-й ранг. Потом вчера, хотя не знаю, когда эта серия выйдет, короче, был стрим, там где, типа, если мы апнем финт 41, будет x2 зарплата и повышение. Мы это сделали, и вот я 6-й ранг сейчас, в принципе, вот, давайте пропишу финт. Я уже здесь 6-й ранг, пацаны. Вот, где-то я здесь должен быть, вот я, Кирилл Путбулови, уже 6-й ранг, короче. Как бы, быстрая карьера. Быстрая карьера у меня здесь, короче, произошла. Ну и как я у всех остальных, короче, кто был там на стриме. Потом всем дали денег, там, по-моему, по 40 тысяч давали. Всем. За то, что, типа, финт добили до 41. Ну, 42, по-моему, финт был рекорд. Поставили, короче, рекорд финда. И вот, все заебись, короче, все охуенно здесь, на самом-то деле. Давайте вам покажу безлист. Безлист. Почему я пошел именно в итальянскую мафию? Потому что русская мафия, во-первых, неадекваты, дебилы и так далее. Ну, не все. Я не говорю за всех, там, Тони Маэстро, там, ну и так далее. Вот, смотрите, у нас 2 казино есть, пацаны, 2 казино, понимаете? Бабочки капают, видите, 8 миллионов лежит. Зарплата здесь хорошая, как я понимаю. Ну, блин. Да, неплохая зарплата, потому что всем по 40 тысяч выдавали, в принципе, и так далее. Всего бизнеса у нас 6, да. Маловато, да, но, блин. Зато самых 2 главных бизнеса у нас есть. Это 2 казино. Как вы можете понимать. В принципе. Почему я сюда пошел, пацаны? Как вы помните, перед тем, как мой аккаунт деактивировали, я был 9-кой в итальянской мафии. Сказать, с чего начал я? Точнее, чем закончил, с того я здесь и начинаю, можно сказать. Тоже решил все-таки пойти в итальянскую мафию. Честно, не хотел сюда идти, потому что вот я здесь был. Я думал, здесь будет скучно и так далее. Нет. Здесь на самом деле мне все классно. Мне все нравится. Всем советую тоже сюда, кстати, приходить. Потому что, ну, карьерный рост здесь очень быстрый, на самом деле. И зарплата. Все можете почитать на форуме и спокойно здесь подняться. Мне очень, кстати, вот этот скин нравится. Я именно его хотел давно. И мне очень этот скинец даже нравится. Машин нету вообще.
чалька. Давайте сделаем оружие, думаю. В первую очередь. Так, Маккун. Дигл. И сделаем 100 патронов дигла. И покрасим его в фиолетовый цвет. Вот так вот. Мне здесь реально очень нравится. Склад у нас хороший. Там есть и много патронов, и металла. В принципе, как бы с этим проблем нету. Но все равно патроны возить нужно и так далее. Здесь у нас проходит, в принципе, как это сказать, набор. Вот здесь проходит у нас набор. Строите здесь и так далее. Находимся мы в GPS. Кто не знает GPS, вот. Нелегальная организация и пятая фракция — это итальянская мафия. Это мы, если что. Кстати, какой еще большой плюс для меня, что я в итальянской мафии? Это то, что вроде бы как, ну да, итальянскую мафию принесут Батырева. Там сейчас спортзал, кстати. Так как я живу в Батырево, мне будет это очень даже круто, потому что, блин, мне будет ближе ездить сюда. Как бы это будет реально очень круто. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию, в принципе. Кстати, раньше можно было здесь играть в казино. Ну, здесь было свое казино, но его почему-то убрали, кстати. Я не знаю почему, вот здесь такая беседочка есть у нас. Но особо здесь ничего нету. Конечно, если бы я жил в Бусаево, то было бы здесь лучше. Кирилл Путбулович. Прикольно. Ну, это подписчик, видимо. Видимо, это подписчик. Ну да ладно. В принципе, ничего страшного. Главное, чтобы он людей не обманывал. Так? Может, пусть по таким никам даже играет. Так, у нас хаос большой просто. Давайте я вам здесь еще проведу экскурсию, в принципе. Кто не знает. Хотя, блин, думаю, все были в итальянской мафии. Хотя, может, кто-то не был. Здесь такая барная стойка у нас, в принципе. Можно бутылочки поразбивать. Да я что-то попасть не могу. Так, давайте. Оп. А, видите, оно вместе пропадает. Тут мои бабусы лежат. В принципе, да. Бабосы сегодня свои забыл. Точнее, не забыл, а принес сюда. Да, блин. Чекпоинт. Не тролль меня. О, можно еще раз бутылки поразбивать. Как я это люблю. У меня еще не кикнула Кирилла сходка. Когда? Да, сходка будет в 15:00. Ну, вы об этом, в принципе, и так узнаете. Итак, давайте не спустимся. Вот здесь вы спавнитесь, в принципе, наркотики там. Ну, со склада, по-моему, я не могу наркотики, да, брать. Я даже не буду пробовать, в принципе. Вот, патроны у нас здесь 4 миллиона. Металла у нас здесь 13, 136 тысяч. Денег здесь 8 миллионов у нас. Почти 6 тысяч грамм наркоты. Склад очень даже хороший. Поэтому, пацаны, всем советую поступать к нам. Да, в русской мафии больше бизнеса, не спорю. Но у нас два основных бизнеса находятся. Тебе надо поссать. О, да. Какой красавчик. Блин, мне реально этот скин очень нравится. Я очень хотел этот скин. Мне прям он очень нравится. Именно его форма, знаете, такой прям элегантный, красавчик такой прям. Прям, блядь. Знаете, такой бизнесмен. Так, смотрите, там оно, пасхалочка есть. То можете увидеть это видео на моем канале, найти про эту пасхалку. Очень даже круто. Очень даже все круто. Вот здесь раньше было казино, короче. Ну что-то его убрали. Оно теперь не работает. Давайте, пах. Блядь, промазал. Пах. Пах, пах, пах. Что-то косоглазый, конечно. Ага. Только на этих автоматах тоже нельзя играть. Такая барная стоечка у нас. Ну, кстати, интерьер мне очень нравится. Но я не видел интерьер, кстати, новый. Итальянской мафии. Надо будет посмотреть. Вроде бы он охуенный. Как я слышал, по-моему. Или видел у кого-то, что он охуенный. Но лично я не смотрел. Кстати, надо будет зайти глянуть. Если его еще бета-сервер не закрыли. Так, что у нас тут лежит? Так, пакет с наркотой. Телефон кто-то забыл. Ну, здесь у нас оружие, ящика с оружиями. Ну, схема банка или что это? Хрен его знает, короче. Ну, все здесь круто, мне очень нравится.
Мне реально очень нравится. Просто, я думаю, вам тоже это нравится. Поэтому приходите к нам, чуваки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании, заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.